Каждый третий россиянин, вне зависимости от уровня доходов, имеет непогашенный кредит. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного в рамках совместного проекта Минфина и Всемирного банка. Сегодня информацию распространил аналитический центр НАФИ. И самое главное, почти треть из тех, кому денег не хватает даже на продукты, имеет непогашенный кредит. Чуть ранее агентство Fitch заявляло, что каждый четвертый россиянин, имеющий кредиты, отдает банкам более 80% доходов. Такая революционная цифра прозвучала. Ужесточение ЦБ, конечно, охладили рынок, говорят аналитики. Количество отказов превысило 60%, говорят в НБКИ. В 2021 году аналитики ждут, что банки и страну может даже захлестнуть волна невозврата займов. Реальны ли опасения? Сейчас попробуем разобраться в нашей студии. Александр Горшков, у нас в гостях доцент кафедры экономики и финансов Пермского политеха. Александр Павлович, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что согласились поучаствовать. Я собрал сразу несколько поводов. В основном они, ну, такие революционные, звучащие более-менее негативно, но тем не менее. Вообще, ожидаема для вас эта история, чтобы больше всего меня шокировало, почти треть из тех, кому денег не хватает даже на продукты, имеет непогашенный кредит? Во-первых, хочу что сказать. Агентство Fitch, оно всегда достает жареные факты. РИА Новости опубликовала рейтинг закредитованности регионов. И там только Калмыкия попадает в этот 8. Все остальные достаточно средненький уровень. А в общем задолженность у нас по России 47,1%. В принципе, для развивающей страны это нормально. Если Но это уже потолок. То есть дальше расти опасно? Дальше расти опасно. Сейчас скажу. В сравнении со странами Запада, все развитые страны уже перешагнули 100% рубеж, а некоторых уже и 200% рубеж. Но здесь очень важно то, что темпы роста доходов должны опережать темпы закредитованности. И с этой точки зрения вот у нас, конечно, такая задача сейчас стоит наиболее актуальна. И потому что кредиты, с одной стороны, не дают стимул для производства и обеспечивают производство новыми заказами. А с другой стороны, они могут действительно серьезно подточить экономику, потому что люди берут деньги, не оглядываясь. И берут это как раз потому, что у них нет денег. Потому что им хватает денег только на продукты, а реальные доходы у них не растут на протяжении 6 там, или уже скольки лет. Но тут еще один очень интересный момент. Ведь известно из рыночной экономики, плохой работник тот, у которого нет стимула. Если у человека все есть, он не будет работать. И вот здесь очень важно, чтобы совместить рост доходов и стимул, чтобы людям было интересно, за что работать. Есть очень интересное образное выражение. На своем рабочем месте человек должен заработать хоть на самолет, если он захочет. Да? То есть дайте ему возможность заработать. И вот зачастую у нас, к сожалению, этого нет. Более того, вот по Пермскому краю надо сказать, что мы занимаем 73 место. По закредитованности региона. Да, помню этот обзор. Да. Это 64,5%. То есть достаточно серьезно. Годовой зарплаты люди отдают за кредит. И дальше происходит, что останавливаются фактически закупки новых товаров, новых квартир, новых машин и так далее. И это приводит к сворачиванию производства. Да. Ну, посмотрите, ювелирные магазины закрываются, меховые магазины закрываются. Это уже сигнал о том, что происходит. Да, конечно, половина людей смотрит желтые ценники в магазинах. Какие меховые магазины? У меня вот, смотрите, вопрос, я вернусь. Ежемесячные выплаты по кредитам превышают треть ежемесячного семейного бюджета. У каждого пятого заемщика пишет нам НАФИ сегодня. То есть где этот рубеж-то? Сколько можно отдавать семейного бюджета, чтобы не бояться? Вообще рубеж-то установлено 50%. И вот сейчас, кстати, хочу обратить внимание на закон о кредитном рейтинге, который поправлен, и с 1 октября начинаются новые действия. И там все четко приписано, что такое кредитная история и что такое кредитный рейтинг. И какой должен быть кредитный рейтинг? То есть банкам поставлены условия, чтобы не более 50% изымать. Конечно, сейчас у нас получилось так, что давали кредиты, кто не попросил.
А это, конечно, приводит вот к таким перекосам серьезным. Но сейчас рынок после 1 октября, после вот этих ужесточений Центробанка, все-таки он охладился, вроде бы говоря? То есть выдача стала меньше? Конечно. Но, во-первых, вот для рынка очень важно, чтобы вот пропорция между ипотечным кредитом и потребительским кредитом была более-менее равномерна. У нас эта пропорция несколько сдвинулась. Сдвинулась только в пользу потребительского кредита. И с этой точки зрения, конечно, сейчас несколько ослабят и дадут возможность ипотеку получать, но важно понимать, что это целевые кредиты, что их нельзя тратить уже на другие вещи. И вот это вот, опять же, финансовая неграмотность наших людей приводит к тому, что вместо того, чтобы заработать, они пытаются найти какие-то лазейки. То есть ужесточение нужно еще сильнее после этого 1 октябрьского? Или надо ждать, пока оно доработает и рынок еще охладится? Ну, во-первых, я имею в виду только в потребительском необеспеченном кредитовании. Наверное, про него мы больше, да, говорим? Да. Во-первых, обязательно нужно, конечно, установить жесткие критерии. И вот по поводу закона о кредитной истории, ведь ее хотят распространить даже на трудоустройство. То есть, чтобы работодатель тоже видел, кого он принимает, какого человека на работу. И с этой точки зрения, конечно, это должно привести и более-менее понять людям, что нужно отдавать долги-то. В экономике этого невозможно сделать. И вот, опять же, сравнивая с западными рынками, они приучены к тому, что да, брать кредит, но надо отдавать. Очень жестко приучены к тому, что надо платить. И попробуйте там не заплатить, сразу же на улице окажетесь. И у нас все еще советский подход. Мы все еще говорим о том, что надо защищать наших граждан. Но сколько дальше это может продолжиться? Национальное бюро кредитных историй говорит о том, что там 60% заемщиков по итогам 2019 года уже получили отказы. В том числе, наверное, ужесточение там последний квартал, оно тоже внесло свою лепту. Эта тенденция продолжится? Также половине будут отказывать? Ну, даже больше, чем половине. Ну, во-первых, любой экономический механизм действует определенное количество лет. Вначале ужесточение, потом люди привыкают к нему, находят пути, обходят и так далее. Здесь то тоже есть, найдут уже скоро, да? Тоже найдут, безусловно. Вон, посмотрите, ипотеку без первого взноса вроде бы нельзя. Но если очень постараться, то можно, да. Поэтому, взять потребительский кредит. Да, например, да, поэтому ужесточение нужно делать. И поймите правильно, что и на том же Западе, да, там очень жесткие требования к этому вещи. И мы должны понимать и привыкать к этому. Просто так деньги получать нельзя. Поэтому надо к этому быть готовым. Вот, а если вернуться к этому отчету Fitch, да, понятно, вы сказали жареные факты. Поэтому там такая яркая цифра, что каждый четвертый россиянин, у которого есть кредит, отдает более 80% доходов. Естественно, не учитывают серые доходы. Там официальный оклад у кого-то 10 тысяч. И банки просят учитывать серые доходы, ну, чтобы там, не остановить волну выдачи. Можно дать им это разрешение? Или это будет послабление, и опять-таки в кредитное ярмо россияне будут загоняться? Помните, вот раньше, прежде чем получить кредит, надо было принести справку доходов, заверенные бухгалтером и руководителем. Которые спокойно рисовались. Да, да, да. И что мы получили? Ну, мягко сказать, некорректные цифры, да? То есть люди неплатежеспособные получали кредит. Поэтому, более того, в отношении денег. Деньги любят счет. И к ним надо относиться очень аккуратно. И поэтому, безусловно, кто не будет говорить, что он может иметь те или иные доходы, хочет или может, есть или нет, это уже однозначно. Поэтому вот рейтинг, кредитный рейтинг, это как раз тот инструмент, который позволит объективно оценить платежеспособность гражданина. Александр Павлович, Минэкономразвития России ждет, что в 2021 году страна может столкнуться как раз с массовыми неплатежами. Реально это опасение вообще? Но вообще считается, что из всех объемов выданных кредитов 10% это не плохих кредитов, которые не будут возвратны, это уже критично. Сейчас, пока просрочка там меньше 5%, по-моему, да? У нас случаев? Сейчас меньше, да, плохих кредитов 5,2. Поэтому с этой точки зрения, вроде бы, естественно, более того... Поэтому и говорится 2021 год, а не 2020 пока. Да, но вот эти меры, которые и Центробанк, кстати, помимо
система кредитного рейтинга вводит свои, ужесточает правила выдачи потребительских кредитов через банковскую систему. И Набиуллина как раз об этом говорит, что мы к этому времени приведем это в порядок. Во всяком случае, с ее точки зрения, это оптимистично. То есть мы еще ждем каких-то ужесточений все-таки? Они все равно есть. Вот, конечно, здесь не время рассказывать, да? Но когда я студентам рассказываю, каким образом кредит не просто выдают, а он должен еще быть застрахован. Кредит не просто выдают, а у банка под эту сумму кредита должны быть наличные денежные вещи. И вот это этот резерв, он может увеличиваться, может уменьшаться и так далее. Для определенных категорий заемщиков там 100%, понятно. А банки вообще могут деньги делать из воздуха, так называемая кредитная мультипликация. Александр Павлович, буквально 30 секунд. Вы ждете еще ужесточений. Вы, в принципе, говорите, что они нужны, но они будут в стране, как думаете? Будут еще ужесточения? Вот та схема, которая сейчас сделана, она и будет работать. Более того, она может быть корректироваться в сторону ужесточения, а может быть в сторону послабления. Все зависит от того, как начнется дальнейший рост доходов. Спасибо. Доходов. Спасибо. Ждем. Александр Горшков, доцент кафедры экономики и финансов Пермского политеха.